Дети взяли в руки пневматические винтовки. Поводом стали соревнования в детско-юношеском центре. Патриотическое воспитание – цель таких мероприятий. За скорость и меткость участники получили награды. А также мастер-класс по парашютной подготовке. И не только. Крючки, крепления, лямки. За что дергать в полете и как вообще прыгнуть с парашютом? Разобраться сложно. В дюдсы помогут. Да, непосредственно. Подвесную систему основного парашюта. За что ты хотел? Педагоги центра провели мастер-класс. Ветераны-пограничники показали, как собрать автомат Калашникова. Всегда вот так. Вот, поперек его никто не разбирает. Запомнил? Именно вот так. Дальше соревнования. Городские. И такие первые. Совместно с общественными организациями. ДОСААФ, офицеры. Цель этих соревнований – повышение качества работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения города. И плюс в этих соревнованиях впервые дети могут выполнить нормативы по стрельбе и получить значок и звание ДОСААФ «Отличный стрелок». Ребята стреляли в мишени с пневматической винтовки с положения сидя. Попасть в маленькую цель с расстояния 10 метров сложно, но школьники справились. Всего в соревнованиях приняло участие 9 команд. Чемпион – сборная дюдс.